А чё вы такие нехорошие люди, а? Давайте прямо сейчас справляйтесь, прямо сию секунду. Блин. Ребята, вы как фашисты у себя дома. Да понятное дело, перегородить устье речки зачем? А еще есть народ. А, если бы народа не было, перегородили бы, да? А народа бы не было, перегородили, нормально было бы. У вас, наверное, детей, внуков нету, нет? Ну, давай посмотрим, что там. А, ну конечно, конечно, конечно. Ну давай посмотрим, что там у них. Говорит, если бы людей не было, поставили бы больше. Вот такая публика. Похер все. Вообще, ребятки, это преступление даже перед самим собой. Вот так вот перегораживать, не давать рыбе на нерест идти. Не так ли? Она еще не идет. Да, ну что ты рассказываешь, не идет. Идет она уже. Ладно, ребята, стыдно, понятное дело, но очень стыдно. Взрослые люди и такие бестолковые. Ну вот родина знает своих героев. Вон они какие красавцы. Противно. Перегородили реку вот. Похер им на все. Ребята, ставить сетки сейчас нельзя, вы что, не понимаете? Вы, наверное, не русские, да? В России всю жизнь так было, вы что, не понимаете? Согласна, смотри, у вас лодка нормальная, мотор, бабки на это есть. А вам что, кушать нечего? Уроды, бля. Ай. В темноте, говорит, ставили. Не слышали, не видели. Дебилы. Ну вот, брекуши сетки сняли. Теперь можно и в ручей зайти половить. Спасибо брекам, что пустили. Перегораживают самые цивильные такие места, где рыба идет на икромет. Естественно, ее все вылавливают. А потом сами воют, что рыбы нету.